Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем тестить с вами трехступенчатую программу от Faberlic, карбокситерапию. Хорошая система приходит вот в таком вот виде, то есть вы не можете купить отдельно первый шаг, либо второй, два шага эти идут обязательно вместе, а третий уже маска, хотите покупайте, хотите нет. Давайте вскроем коробочку, я ее уже в обзоре заказа вскрывала, показывала вам, но консистенцию и так далее мы не смотрели. Хорошо упаковано здесь все. Два пузыречка. Они слегка отличаются по цветам. Тубы тоже запечатаны все, как обычно, Faberlic, да? И что у нас с собой представляет, девчонки, первый шаг? Это увлажняющий бальзам. Подготовительный этап карбокситерапии. Размягчает роговой слой на поверхности кожи, удаляет омертвевшие клетки. Я бегло смотрела мастер-класс по этому продукту у Римы Корнеевой, косметолога, да, в компании Faberlic, и приблизительно представляю. Нанесите увлажняющий бальзам плотным равномерным слоем на сухую очищенную кожу лица, шеи и декольте. Массируйте 1-2 минуты. Можно, кстати, не массировать. Не смывайте, переходите к шагу 2. Поехали. Кожа лица у нас должна быть очищена. Она у меня и очищенная, но я еще пройду сейчас тоником. Почему я это не делаю в ванной? Да? Потому что у нас здесь вода вообще в процессе не участвует. Мы очищаем нашу кожу лица, да. Предварительно что можно сделать? Мицелляркой воспользоваться, тониками какими-то. Кожа у нас лица должна быть чистая. И приступаем. Шея тоже. Потому что для шеи карбокситерапия тоже используется. Так, берем первый шаг, девчонки. Распечатываем. Артикул, кстати, первый и второй шаг 0294. Здесь ничего не запечатано уже внутри. Вылез вот такой вот, как кремушек белой консистенции. Аромат приятный, но еле уловимый. Какая-то парфюмерная душка. Ну, погнали, девчонки. Наносим равномерным плотным слоем. Да? Что такое вообще карбокситерапия? Да? Это когда, я так понимаю, определенные компоненты вступают в реакцию. Второй шаг у нас получается СО2. И дают хороший отшелушивающий эффект на коже. По типу, ну не по типу, а эффект от этой процедуры сравним с пилингом. У меня уже щиплет кожу, девчонки, щиплет ее вот тут, возле носа, в Т-зоне. Это не вызывает дискомфорта. Легкое-легкое такое, как покалывание, пощипывание. Еле ощутимое. Но для тех, у кого, девчонки, чувствительная кожа, я не рекомендую. Не то, что прислушиваться к моим отзывам, просто моя кожа, чтобы вы знали, да, она любит достаточно агрессивный уход, и поэтому способна выдержать многие эксперименты. Но пощипывает, тем не менее. Вот тут вот. Нос вообще не щипит. Лучше бы нос щипала. Очищаться поры у нас должны благодаря этой процедуре, да? Сейчас нам 2 минуты нужно массировать. Давайте с вами помассируем. Потому что я видео, которое смотрела на просторах Ютуба, да, они не массируют. Сейчас салфетку приготовлю себе влажную. И мы с вами немножко помассируем лицо для пущего эффекта. Уж если делать так по полной программе. Но пока щипит только вот именно вот здесь, в Т-зоне. Больше нигде. Все терпимо, девчонки. Но для чувствительной кожи, если вы и пилинг АБЦ не переносите, да, у вас есть какая-то реакция, то эта система тоже как бы может дать сбой на вашей коже. Вот, девчонки, массируя. Ну, мне кажется, достаточно. Дальше у нас с вами шаг Б, точнее шаг 2. Переходим. При нанесении геля активатора СО2, СО2 это у нас углекислый газ, на увлажняющий бальзам начинает выделяться углекислый газ. В ответ на насыщение кожи углекислым газом. Вообще интересно, конечно, обычно кожу кислородом насыщают, а тут наоборот, да, углекислым газом. Происходит активация микроциркуляции, насыщение кожи кислородом, ускорение метаболических процессов. Наносим гель-активатор строго на область нанесения увлажняющего бальзама. Пропорция 1:1. Через 5-10 минут смойте, можно даже смыть, если есть какой-то дискомфорт, наверное, да, сильное покалывание, смыть. А так вообще удалить салфеткой. Ну вот и все. При нанесении геля-активатора возможен легкий разогревающий эффект и покалывание, что и является естественной реакцией на процедуру. Тест на переносимость нам тут предлагают сделать, да? Девчонки, это делается на локтевом сгибе вот здесь вот, да, чтобы потом не экспериментировать. Кто боится, у кого чувствительная кожа, попробуйте, правда, лучше на руке все это проделать сначала.
Так, шаг 2. Распечатываем. Не распечатывается. Ай. И будем наносить его сейчас тоже приблизительно таким слоем. Покалывание, кстати, пока вот здесь прошло, да, от первого шага. Гель тоже не запечатанный приходит, но только что вот сверху фольги нет внутри. Он такой голубоватого цвета. Погнали, девчонки. Наношу тоже приблизительно таким слоем поверх. О, защипала. Смотрите, у меня даже рука запенилась. Я сейчас к вам поближе сяду, чтобы всю эту процедуру вы смогли рассмотреть сполна. Это прям пенка, да, образовывается пенка. Вот когда я ее трогаю, ну, я слышу даже звук, как пузырьки лопаются под моими пальцами. Пена именно, видите, все начинает белеть, и это уже пенка. Сейчас еще раз вам поближе покажу. Вот, видите? Все, сразу образовывается такая пенка. Знаете, похоже на пену для бритья. Я, конечно, лицо не брею, но вот по текстуре, да? Везде, где у нас есть первый шаг, наносим и второй. Чтобы у нас все везде среагировало, очистилось. Интересно, что будет, если нанести второй шаг без первого, девчонки, как думаете? А я сейчас попробую на шею. Не, ну просто интересно. Написано строго на область, но я думаю, ничего страшного не случится. Знаете, мне еще напоминает эффект от пилинга с помощью кальций-хлорида. Я несколько раз его делала. Мне эффект понравился. Там вообще кожа очищается ого-го как. И там нужно же кальций-хлорид, а потом наносить мыло. Лучше детское, да, поверх. Вспенивать его и наносить. Вот, и получается такой же эффект как бы пенки, да? Так. Везде вроде, девчонки, прошлась. Вот тут еще по бокам. Но расход такой приличный у средства, ну, на мой взгляд. То есть вот этих вот флакончиков их хватит процедур, мне кажется, если еще делать зоной декольте, процедур на 5. Не больше. Вот, девчонки, везде пенка вроде образовалась. Так, прикольненько. Кстати, первый шаг, он быстро подсыхает на лице. И сейчас я попробую нанести второй шаг без первого на шею. Покалывание есть над губой, вот здесь, вот опять в Т-зоне. Больше нигде нету, девчонки. Наверное, вот в самых проблемных участках. Так, беру один гель и наношу на шею. И ничего, девчонки, это просто гель. Он ничего не активирует. Просто гель. Еле уловимая тушка, практически ее нет. Не выражена. Ну, гель вот на шею нанесла, и все, как бы ничего. Шея не покраснела, кожа не облезла, все нормально. Девчонки, я буду ходить по максимуму 5-10 минут. Говорят, если кожа любит агрессивный уход, можно и 12. Засекла время, через 12 минут я к вам возвращаюсь. Будем пробовать третий шаг. Ну что, мои хорошие, прошло 12 минут, никаких пощипываний, покалываний нет. И в целом я могу сказать, что эта система более щадящая, чем пилинг АБЦ. Там у меня от шага А, от кислотного, да, щипит гораздо больше. Здесь в самом начале покалывала в Т-зоне, и все. Давайте все это дело будем снимать. Я не очень люблю влажными салфетками это дело делать. Все-таки там они ароматизированы какие-то, что там надобавляли. Я водичкой намочила полотенчик, да, маленький, для лица. И хочу это дело именно вот так сделать. Все снять. На шею, куда я, кстати, наносила шаг Б, гель впитался и ничего. Лицо немножко покраснело. Видите, да? От реакции, видимо. Сейчас мы все это дело, да, красненькое, ага, сотрем и будем наносить шаг третий. Что могу сказать, девчонки, после двух шагов? Поры вычищены, они прям очень светлые, они у меня довольно сильно расширены в Т-зоне, и тут могу сказать, что они очень светлые, практически незаметные. Лицо красное только в Т-зоне, больше нигде. Шеи на всякий случай тоже сотру, а то мало ли. Сейчас попробую на ощупь, как это все дело. Но лучше, наверное, мне все-таки кажется, девчонки, смывать. Хотя не знаю, может быть, и есть смысл вот именно таким образом это все делать. Может быть, даже есть смысл сухой салфеткой удалять, и тогда будет еще лучше. Но мне кажется, смывать как-то гораздо удобнее и привычнее. Так, все вроде везде удалила. Сейчас попробуем на ощупь, как наша кожа. Но на ощупь, вы знаете, гладенько. Опять такое ощущение, что как будто после пилинга. Гладенько-гладенько.
Прям вообще. И цвет лица такой свеженький, да, вы видите, что, в принципе, это не покраснение, мне кажется, это румянец какой-то появился, да. Но если ускоряют метаболические процессы в клетках кожи, то тогда, соответственно, он и должен появляться. Очень гладкая кожа, девчонки, прям вот гладкая-гладкая. Даже, мне кажется, более гладкая, чем после пилинга. Вот похож реально эффект на пилинг, после пилинга с кальцием хлоридом. Прям похож. Господи, я вся в каких-то волосах от полотенца. Очень гладкая, вообще просто супер. Берем третий шаг, девчонки. Так, третий шаг, завершающий этап. Нанесите небольшое количество кислородной маски на кожу лица и равномерно распределите по коже. Через 5-10 минут удалите излишки салфеткой. Тут даже и речи как бы не идет о смывании, просто написано «удалите салфеткой». Тоже все запечатано. Так, маска прозрачная, гелевая. Вот так она выглядит, девчонки. Погнали наносить. Вообще эффект мне очень понравился, гладненькой кожи. И, насколько я знаю, карбокситерапию можно применять и в теплое время года, когда солнышко уже есть. Вроде как после нее пигментные пятна не возникают, да, в отличие от кислотных пилингов. У маски чуть более выраженный аромат, очень приятный. Фаберлик, таких запахов я нигде не чувствовала. Приятный. Косметическая такая душка парфюмерная. Чуть побольше выражена, чем в тех продуктах. Но тем не менее, слышала от девочек випов, кто уже проводил такие эксперименты, что у тех, у кого кожа сухая, да, в основном, или нормальный тип, впитывается маска подчистую, и, в принципе, удалять ничего не надо. Но это, опять же, смотря каким слоем вы нанесете. У меня сейчас в Т-зоне от маски покалывание есть вот здесь. Причем больше, чем от предыдущих шагов. Но терпимо. Прям вот, вот тут вот как будто нанесла шаг А кислоту. Серьезно, вот в этих местах прям. Поджигает даже чуть-чуть. Но терпимо все. Так, все, масочку нанесла равномерным слоем. И, девчонки, вот так все это выглядит. Ну что, 5-10? 10 минут, конечно же, я буду сидеть. Я всегда по максимуму, чтобы дать вам наиболее достоверный отзыв. 10 минут буду сидеть, и потом будем ее с вами стирать. Вот тут вокруг носа немножечко поджигает, жжет так в Т-зоне. Больше нигде ничего. Ну все, через 10 минут увидимся. Ну, девчонки, вот. Прошло 10 минут. Покалывание было в первые минуты 2, пощипывание, да, жжение даже легкое. И местами маска, да, действительно впиталась с небольшим ощущением липкости на лице. Я уберу, конечно, это все лишнее дело с лица. Говорят, что если кожа сухая, то и липкость быстро пропадает. Но мне излишнее такое питание, оно как бы моей коже не нужно. Вот, убираем остатки масочки. И будем с вами оценивать состояние кожи. Румянец сохранился на лице. По порам. Поры такие же вычищенные, как и были. Масочка, мне кажется, просто слегка увлажнила, что ли, кожу после этой процедуры. Но я не могу сказать, девчонки, что первый и второй шаг мне ее иссушили. То есть вот она имеет, наверное, смысл, вот эта маска третий шаг, где-то родная, для возрастной кожи, для сухой кожи, в принципе, можно обойтись и без нее. Хотя в ней тоже есть какие-то активные ингредиенты, раз у меня щипала здесь кожа, да. Кислородная маска с перфтордекалином, пантенолом, гиалуроновой кислотой. Ну вот кислота гиалуроновая, конечно, может тоже так пощипывать иногда, если есть чувствительные зоны. Насыщает кожу кислородом, активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает, увлажняет кожу. Ну, что она ее успокоила, в принципе, могу сказать, да. Несмотря на то, что пощипывала, кожа успокоенная, да, после процедуры. Нет никаких явных покраснений, тон лица ровный, есть небольшой такой здоровый румянец, кожа сияет. Поэтому, девчонки, я ставлю окончательный вердикт этой трехступенчатой системе, да. Ей есть место быть в моем уходе абсолютно точно. Мне очень нравится состояние моей кожи. Она безумно гладкая, ровненькая. Хочется прикасаться, прям вот персик, серьезно. Если еще этой системой можно пользоваться летом, то это вообще великолепно. Очень, девчонки, гладкая кожа, вот просто восхитительная, как бархат. Мне понравилось. С функцией очищения, с функцией вычищения пор справляется на ура. Прям эффект вот классный. Эффект классный, так что рекомендую, девчонки, смело берите, тестируйте, пробуйте. Аккуратнее, конечно, обладательницам чувствительной кожи надо быть, сделайте тест, девчонки, не поленитесь, потому что мало ли что, не дай бог. А так вообще просто супер, просто вау. Кожа очень гладкая, здорово. И обладательницам сухой кожи, девчонки, тоже аккуратнее, потому что я не могу сказать даже, что эта маска, она прям как-то сильно напитала. Кожа матовая. Кожа матовая, это то, что я люблю, но те, у кого сухая кожа, смотрите тоже, девчонки, поаккуратнее. Возможно, потом сверху какой-нибудь питательный увлажняющий кремушек положить и не мешало бы на лицо, да?
Так что супер, девчонки. Ставлю 5 из 5 этой системе. Она оправдала себя и цену свою. Сейчас очень хорошая цена на нее, кстати, в 5-м каталоге. Акции такой не будет в 6-м уже. А на последнем шаге цена уменьшается. Когда в корзину добавляете, я все думаю, почему не срабатывает? Написано, что если купить шаг 1, 2 и шаг 3, то цена уменьшится. Уменьшалась в самом конце, девчонки, не пугайтесь. Она действительно уменьшится. И получается, что со скидкой вообще все вот эти три средства, они выйдут где-то рублей за 600, что ли, если не меньше даже. Поэтому это не цена, не цена для таких средств классных. Я очень довольна. И вам, девочки, советую. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Может, уже кто-то попробовал, может, у вас остались какие-то вопросы еще после видео. Обязательно отвечу на все. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Девчонки, что хотела еще сказать. Вот хожу уже минут 10-15, да, после всей этой процедуры, и такое ощущение, что кожа проветривается, что ли. Вот такой вот холодок, и кажется, что через нее прям проникает кислород, и она дышит. Вы знаете, у меня похожее ощущение было от гамажа. Не знаю, есть он сейчас у нас в продаже или нет, из линейки Axiology. Вот такой вот холодок, и ощущение, что сейчас через твою кожу движение воздуха вот прям происходит. И оно ощущается, то есть она на ощупь. Но она даже прохладная в некоторых местах на ощупь. Да, действительно. И кажется вот прям, что проникает туда кислород, и кожа дышит. Серьезно, девчонки, это кайф, на самом деле, мне так нравится это ощущение, я прям вспомнила вот кислородный гамаш из линейки Axiology, вообще потрясающе, прям кажется, что каждая клеточка твоего лица дышит, чувствуется, да, вообще супер, так что продукт, девчонки, стоящий, берите.